Всем большой-большой привет! Сейчас только что пришла с почты, получила заказ Avon по второму каталогу. По первому каталогу я заказ сделала, мне пришла посылка вся в разлитом шампуне. Вы можете посмотреть это видео, я оставлю ссылку под этим видео. Надеюсь, что в этот раз все нормально и никаких сюрпризов не ожидается. В этот раз у меня одна коробка, праздники прошли, но сейчас еще будут февральские праздники. Я думаю, по третьему каталогу будет побольше заказ. У меня одна большая коробка, если вам интересно посмотреть, что в ней лежит, то, конечно, оставайтесь и всех приятного просмотра. Вскроем мы ее сейчас вместе с вами, посмотрим, разлилось ли в этот раз что или нет. Вроде бы пока на вид все нормально. Тут у меня что-то приклеивалось. Пришли каталоги, такие вот прима. У меня предыдущий каталог тоже, вы можете посмотреть в том видео, даже весь разлитый, он был весь в шампуне, и я ничего не смогла посмотреть, не видела я каталог, в общем, третий. Он у меня просто испорчен, и он, конечно, пошел на выброс. Я поэтому заказывала вот эти каталоги. Это у нас, в общем, листовка с программами для представителя. Я заказывала своим клиентам в качестве небольших таких подарков такие вот помадки. У нас Avon Luxe. Я думаю, каждому клиенту приятно получать какие-то небольшие пробники в своих заказах. Они все одинаковые. Я решила заказать такой цвет нейтральный. Оттенок Lystering Nude, называется оттенок Prestige, если кто будет заказывать. И, в общем, у меня этих помадок, вот она кривовато здесь приклеена, много достаточно. Ну, я там еще другие пробнички заказала клиентам, но вот такие вот очень красивые, имею в виду, оформлены, приятно получать. Я всегда своих клиентов балую пробниками, ну, им всегда приятно. Так, пришли два пробника аромата Prima. Они идут с брызгалками, ну, как все стандартные ароматы. Я сама еще не знаю, как пахнет эта туалетная водичка. Потом посмотрим. У меня заказывали набор Love. Где-то от него еще должен быть вот он. Вот такой вот наборчик. Он стоил 350 рублей всего лишь. Это туалетная вода. Очень нежная, очень романтичная, женственная. В общем, для юной девушки этот аромат будет просто идеальным. Он очень нежный, и он такой сладкий и немного цветочный. Ну, очень-очень классный. Всем понравится, я уверена. У меня заказали... В общем, это у нас идет что-то типа комбинации, либо платья утягивающего. Размер 50-52. Это заказала подруга свекрови. Она заказывала размеры, хотела... 52-54, но там вообще таких нет размеров. Есть 50-52, есть 54-56. И, в общем-то, она остановилась на 50-52. Я надеюсь, что он ей подойдет. На вид это очень что-то такое тоненькое, края не обработаны. Я не знаю, как это по качеству. Цвет нюд, и стоила эта вещь 1200. Ну, потом, я думаю, на отзыв свой скажет. У меня свекровь еще хотела заказать. Вот будет ждать, что скажет ее подруга. Еще два пробника бальзама Avon BB Секрет Совершенства 10 в 1. Моей свекрови эта серия абсолютно не понравилась. Ей понравилась серия не с розовой вот этой полоской, а с золотой, в общем, с маслами. А вот это вообще абсолютно набрала всю серию, у меня абсолютно всю. И она сказала, что он, можно сказать, на выброс. Очень не понравилась ей эта серия. Так что я... От себя я не пробовала, я ее себе заказывала и подарила. А свекровь сказала такое мнение, я не знаю, может быть, у нее другие волосы и как-то по-другому. Может быть, мне бы эта серия подошла. Так что не буду ни хвалить, ни ругать. Заказывали пену «Нежные лепестки розы». Пена белая, перламутровая, очень густая, очень нежно пахнет. У меня раньше была эта пена именно с розой, только раньше она была в другом оформлении. Вообще люблю пены от Avon, много о них говорить не буду. Пены очень классные, кто не пробовал, если будете пробовать, вы останетесь в полном восторге, очень здоровски. Моей маме понравился аромат вот этот Christian Lacroix Amber. Очень ей понравился в пробнике, я ей дала, в общем, этот пробник. Она сказала, что этот аромат просто потрясающий. И в прошлом заказе у меня заказывали этот аромат, в общем, заказывала клиентка. И я своей маме в этом заказе решила взять эту воду, подарю своей маме, сделаю ей приятное, так как ей безумно просто понравился аромат. Она сказала, что это один из лучших ароматов за последнее время, который я ей, в общем,
давала попробовать, и какие у нее были. И я ей уже сказала, что я ей заказала, так что это для нее уже не сюрприз. Она очень ждет, чтобы забрать водичку эту. Будет с удовольствием уверенно пользоваться. И, в общем-то, я люблю, чтобы моя мама радовалась по таким вот мелочам. Но на самом деле даже вот такие небольшие какие-то подарки, мелочи, они доставляют огромную радость и чувство, что о тебе думают, о тебе заботятся, тебе оказывают какое-то внимание. Так что обязательно сегодня вот мамочку свою порадую. Так, себе я заказала, вот, девчонки, я заказала себе, не поверите, из Color Trend. Первое мое средство из Color Trend. У меня его заказывали, не знаю сколько штук, очень много. Сейчас покажу вам, что это такое. Это у нас идет пудра. Это идеальный бронзер. Не врет сейчас камера. Цвет на самом деле такой, вот как сейчас передается. Здесь есть вот такой спонжик. Оттенок называется вот таким образом. Это, в общем, какое-то солнце. Она немножко пылит, но передается она хорошо. Буду сама пользоваться, потом в макияже как-нибудь покажу. Если вам понравится, то тогда смогу посоветовать. Но, в общем-то, пока я осталась довольна. И у меня вот заказывали еще водичку Full Speed. Это, по-моему, самая классическая в оранжевой версии. Свежий аромат. Раньше у моего мужа был, но мне на нем что-то он не очень нравился. Гигантский гель для душа «Морская лагуна» 700 мл с помпой. Хорошие гели, густые, хорошо пенятся. Но у меня сейчас зимой сушат они кожу. Даже кремовые вот эти гели, они все равно сушат кожу. Поэтому пользуюсь и лосьонами, и кремами для тела. Всем, чем только можно. И муж тоже мой вместе со мной. Пакеты для того, чтобы разложить заказы клиентам. Это распродажа, видите, вся какая мята пришла. Себе заказывала блеск для губ. Оттенок у нас идет жемчужный. Видела этот блеск у Ритули и решила себе тоже заказать. Понравилось, как он переливается. И думаю, буду использовать его весной и летом. Сейчас пока не буду. Положу пока в запас. Дальше свекровь моя заказала бальзам, по-моему, даже два. Вот как раз из серии «Драгоценные масла». Я вам говорила, что ей понравилась эта серия. У нее шампунь большой, 400 мл из этой серии. Она в прошлом заказывала каталоги. И она решила себе еще заказать два бальзама в этом. Очень-очень довольна она этой серии осталась. Так, еще один гигантский гель. Это у нас уже райский сад. Мне очень нравится этот аромат. Цветочный, вкусный и приятно им пользоваться. Именно с таким запахом. И у меня заказали шампунь тоже гигантский. Это не свекровь моя. Она любит с маслом камелии и виноградом такой шампунь. Вот ее тоже любимый из серии Avon Naturals. А это мед и масло жужоба. У меня такой шампунь был. И скажу, что мне не понравился. Он как-то склеивает волосы. И на вид они выглядят такими-то более жирными. Ну, в общем, я из этой линейки шампуни как-то не очень поняла. Поэтому не могу советовать именно от себя. У нас каталог номер 4. С 1 марта он действует. Здесь новинка будет матовая помада. Обязательно буду себе заказывать. Попробую. Люблю матовые помады. Так, здесь у нас осталась литература. И там пробники туалетных водичек. Несколько штук. Это Прима, насколько я помню. И два вот таких вот купона. Не знаю для чего, потом почитаю на сайте, для чего они нужны. Вот такой в этот раз небольшой заказ у меня Эви. Надеюсь, это видео вам понравилось. На сегодня я буду заканчивать. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много разных видео, но на сегодня я с вами буду прощаться. На сегодня это все, и всем пока!